Мотор, камера. Что, друзья, мы сегодня на барахолочке, на куреневочке опять. Сегодня погода нормальная, так что людей вышло тоже нормально. Сейчас будем искать товарчик. Погнали. О, первая, блин, коробочка, короче, только что взяли за десяточку, блин, сразу сходу, ё-моё, блядь, какая ювелирная коробочка за 10 гривен. Пушка просто. Показать, сколько стоит такая коробка? Вот это, короче, у тебя сегодня джекпот, на. Поздравляю. Киевские новости. Надо почаще заходить в ресторан «Киевские новости». Па, вот нашел какую-то, блин, что это? Тю, я думал, серебро. Не, не серебро. Ну, красивый. Интересно, сколько стоит? А сколько стоит браслет, Петя? Серег, браслет, ты, Серега, браслет Киев хочешь. Алюминиевый вот этот. 30 гривен. Красивый, да? За 30 гривен. Сейчас подумаю. Красивый. Закрывается, чи нет? А, не закрывается. Ладно, без замочка я не буду брать. Не, ну вообще красивый. Я бы взял. Я бы на eBay бы его продал бы баксов за 20 минимум. Аппарат почем? Почем машина? Машина почем? А? 200? 14 тысяч. Газета «Правда» просто шикарная. Смотрите, какая дата. Красота. Вот она, газета, состояние, короче, бомба. Забираю я ее за 450 гривен. Другая вкладочка. И вот здесь вкладочка какая. Красота. Номер 111. А дата, дата. 10 мая 45 года. Первый день перемирия. Да? Пишите в комментах, как вам газетка. Коробочка какая-то мне нравится. 150 гривен стоит Италия. Не знаю, пока купить или нет. Да, 150 гривен. Сталь. Можно забрать, блин. Конечно. Тоже золото. Не вижу, есть что, чи нету. О, Серега там что-то нашел. Да, я вот нашел. Что это там? Заёмочная игрушка такая. 10 гривен. 10 гривен. Я купил вот такой фотоаппаратик за 30 гривен. Снимал только для ТикТока, когда покупал. Вот сейчас вставлю, как это было. О, тут покупателей набежало сразу, а? Сразу покупателей набежало. Вперед. И все хотят купить, а? Набор ложки, вилки, то, что мне казалось. Да, подойдите чуть-чуть. О, ну вот так, да, давай, мы ж вокруг, чтобы сразу... Чтобы сразу... Чтобы не упало, я подержу. Чтобы сразу гроши тратить. Я подержу, давай. Да. Да, посуда. Две. Давай ложки вилки. Раскладывай. Нет, а что ж ты в руки должна хоть разложить? Вот. Так это люди все равно будут. О, я тебе кажу, да, покупатели уже. Сразу очередь пришла с деньгами. О, вот так. О, вот так хорошо, хорошо, все супер. Нормально, о, держи, аккуратненько. Супер, все удобно. Все. Бокалы красивенные, а? Фляжка почем? Фляжка сколько? 50 рублей. Это алюминий. Не железный, тяжелый.
Некуда, некуда. Как, какой вес был? Некуда. Вот тут, там вода капает. Какой рабочий, вес? Вода, вода капает. О, нет, некуда. О, блин, о, как раз вот этот возьми тельник. Угу. Он рабочий. Хороший. Аэропорт выпал. Посуда. Что там рабочий? Это вот ночью. Рыбный. Очки там есть? Очки? Да. А ну, хорошие. Полироид. Почем фотик? 30 рублей. Пойдет. Юра купил старый ниш. Сказал, отреставрируют, будет как новый. Как новый он не будет. Ну, в смысле, как хороший. Вилка с открывашкой. Если есть, друзья, вот такой у кого-то, предложите мне новенький. Хочу новенький такой. Да, новенький. Вот тут лежал, рядом с Сим. Ну, это не то. Пальто. Что, не берут сегодня товар, да? Да, ну. Оп, оп. Никто не берет. Вы уже собрались, устали, да? У меня были ведерки. Я вам помочь хочу. Я сегодня уже заработал, хочу... Бабы. Хочу вам это самое, десятину отдать. А как это вы заработали? Ну, уже заработал. Отойдите, трамвай едет. Отходите, отходите. Возьмите, возьмите. Это помощь. Просто могу помочь, хочу вам помочь. Возьмите. Вы сидите просто, не надо со мной расплачиваться. Вы сидите, торгуете, у вас никто ничего не купил, я вам хочу помочь просто и все. Ой. Больше ничего. А вы картинами не интересуетесь? Картинами интересуюсь. Да, а то я вам принесу от него, правда, осталось уже. Ну, принесите, покажите, если хорошая картина, меня... куплю. Картина, боже так. Муж художник был. Художник настоящий, но он умер уже. Вот. И там сын, конечно, все сюрреализм где-то есть, но там завален, а он рисовал карандашом сюрреализм. Знаете, такие картинки. Например, сова, так она искаженная как-то. Но все равно, ну, интересно, красивая, интересно. Да. Но это, если он еще не нашел, то говорят, на Андреевском спуске там художники интересуются. А то я вам принесу. А эта картина, это его на первом курсе. Он нарисовал, он за нее дрожал. Вот. А рамки не было. Дочка пошла, с нее взяли за рамку 350 гривен. Ого. Да, там картинка-то такая, ну, маслом нарисована. Это в Крыму. Крымский домик. У него. Вот. Вот такое вот. Вот мы не знаем, это сюрреализм, куда он делся. Ну, там переезжали мы, дачу продали, переезжали, все завалено, вещи. Он тоже не может. Ну, вы сильно не думаете за это, я вам просто хотел помочь. Всего вам хорошего, хорошего вам дня. Удачи. Спасибо. А кто вы такой вообще? По профессии. Да никто, просто хожу вот на барахолке, покупаю, да? Всякие штуки как разные. Никто? Всякие разные штуки покупаю, потом перепродаю. Да? И все. Может, художник?
Нет, не художник, к сожалению, не художник. Это меня один врач спросил. А я у них в геронтологии была. Он говорит: Полина, а кто ваш муж по профессии? Я еще молодая была. Вот, я говорю: художник. И сколько вы с ним живете? Я говорю: 20 лет. Еще тогда было. Молодые, 20 лет. Вот. А он говорит: так вам надо памятник золотой ставить. Я этот контингент знаю. А я с ним 17 лет. Познакомились 17 лет. Ну, не сразу все. Ну, счастливо прожили. Да. Нормально мы прожили. Сколько лет прожили вместе? Вместе. Ну, 63 года. Ну, были перерывы там, да. А так, в общем, 17, мне 83. 83 вам, да? 63 года вместе. Ну, самое главное, счастливо. Всего вам хорошего. До свидания. Спасибо вам тоже. До свидания. Думаю, мы еще с вами увидимся. Удачи. Да, может, я что-то найду интересное там. Не были там по сюрреализму интересные такие рисунки. Если сын только роется, что-то там все сдает, продает тоже кому-то, а потом пропивает. Вчера алкоголик. Да, это несчастье. Дочка нормальная, а сын алкаш. Ну, всего вам хорошего, хорошего дня. А вас как зовут? Фаина. Фаина, да? Фаина. Ну, всего вам хорошего, до свидания. Что там, пойдут шахматишки? Я таких еще не видел. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы уже тоже здесь? Приехали в гости. О, какие шахматишки, блин. Ты шо? Огонь просто. Пушка. 150 гривен, цепляй. Хорошие. Хорошие шахматишки. А, это нет одной пешечки, да? А, и одно это. Одна запонка серебряная, 100 гривен. Сейчас спрошу у Юрчика, нет ли у него такой второй. 50. 80 гривен винбум. Все, забрал за 100 гривен. Теперь ищу вторую такую. Если у кого-то есть одна, предложите, за 100 гривен могу забрать. И под курточку подходит как раз, да. Я думал, это Виктор. А ту сразу выкинь. Да, Лера. Уже зима кончилась. Я для сел. О, полянь, куда они побежали, а? Вон они идут, надо и мне туда идти. Ух ты, они там уже что-то делят, блин, что ж они там делят? Где пакет, куда выступать? Туда, давай, туда. А ну, подожди, дай я загляну вот в ту сумку, да? Пожалуйста. Подвинься, что это там такое у тебя? Это не то. Сам сумка. Тут свежачочек есть, да? Свежачок здесь, да? Вот в этом кулечке, да? Вот но здесь свежачок. Ух ты! На, приставка. Опа, вот и приставка. Свежак, это хорошо. Вот она, приставка. Приставка хорошая. Конечно. Почем приставка? Все украдено до нас, я понял. Почем приставка? Ну, не знаю, 30-шка нормально будет. Ого, дорогая приставка.
О, блин. Опа. Ну, думать достать не могу. Ментол. Это для курева. Курева? Сам это, да. Ну, вроде сказали, для кальяна, мне сказали. Вот. Это кто его? Это дели. Брехуни. Да не знаю. Надо будешь курить. Что вы там делаете? Давай высыпаем свои. Давай высыпаем. Высыпай. 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 Та нема в мене коліна. Ой. Высыпай. Опа. Что там? Понагребал. Это что? Часик. Casio, блин, женские. Не, женские не надо. Это что за часы? Ух ты, это шикарные, дорогие, не. Ты шо? Версачи. Это там водяра. Баран. О, рюкзак очень хороший. Угу. Кому надо. Так, а у мене сьогодні скромненько і вообще нічого не має. А що бітки які? Прожала. Ну дайте мені. Мерседес свій чинила. На сату, що не має. А? Ні. А ви що, гараж розгружаєте на продажу? Та ні, це то сильно. О, блянь, установочний диск від моєго телефона. Здрасте. Я йди. А каблучок по чому? Давайте поміняємо. Подарок. Ну я тогда передарю подарок, можно? Раз мне подарили подарок, я передарю его Сереге. Ух ты! Та ты шо? Если бы никто не знал, я бы обязательно его нашел на мусорке. Ты шо, у Лёхи сколько товара на барахолке, а? Мама дорогая, что за ящик? Ящик для водки, 4 рюмки и водка. Президентская водка. Прикольно, а если закрыть, замолчит? Вот это ящик, и почем такой ящик? 500. Водка 4200 стоит, набор. Хороший ящик. Даже так? Ушла работа, да, Леха? Надо рассказывать так красиво, чтобы шуба завернулась. Красивее, красивее. На Петровке будут? Да, они же там есть всегда. Это я просто палетку переложил. О, на палетке красиво, я так и не замечал, блядь. Вот это кольцо, что ли, ё-моё? Apple Китай. Как его вытрусить отсюда? 50. Ого! 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 Вот это кольцо. Да ну нафиг, а что за чемодан? Чемодан красивый. Не, он поет песню, наливайте его. А почем кольцо такое? 300 гривен. Таких очень мало сейчас. Ты шо? В сообществе поспрашивал, у одного только нашел. И то не вращается просто. А сколько стоит? Ого. Просто их нет. Купил вот такого ножа. Это мобил. Да. За 600 гривен. Юрчик сегодня тут его вышукал за 200. А я у него купил за 600. Вот он. Надо заработать пружину. Не выбрасывается. Но зато весь целенький. Оп.
Нема кида. Автомобиль. 50 тысяч. Что ты там, купил икону, что ли? Ух ты, ё-моё. Так это ж не икона, это картина. Мужчина или что-то икона? Да не, должно все не, стоять так, как это конечно, самое. Не двигайтесь так, как вообще. Есть, приедет да полиция. Мне так сейчас он вызовет мусоров и скажет, что вы уехали с места ДТП и все. И зачем оно вам надо? Говорит тетя, отъезжай. О, глянь, тут подносят и подносят. Целые чини. Вот он целый рожок, да? А, без хвостика, блин. И без копытца заднего. Голова! А ну, тухляк чи не тухляк? Я думаю, тухляк. Ой, фу, сухарик. Блин, засохло, лянь. О, какие рыбацкие снасти, а. Прям то, что надо для рыбаков. Блёсны, блин. Катушки. Просто для зимней рыбалочки, да? Полтинник, да. Мормышки. Можно меньше, можно больше. Ух ты, а вот такая большая, сколько стоит? 200. Что, тебя высадили, что ли? Да, за неприличное поведение. Ты чтоб не ехать далеко, да? Плохо себя вел. Да, двойку поставили, дневник. У нас тут этот сабантуйчик. Гляньте, тут какой шикарный ресторан. Ресторан? Да, ресторан. Ресторан. А там цыганы. Пироженки там есть гитары. Чайком, лянь. Ах, а бет. Нормальная бет, Серега. Блин, там уже что-то делят, а? Что-то делят там уже, а? Что-то делят. Блин, я отсюда не достаю. Не достаю отсюда, блин. Золотишко нема? Опа! Ты шо? Блин, нема золотишка тут на назад. Десятка. Пошли назад в ресторан допивать свой чай. Серега, там товары делят, а ты вот это вот пироженки хаваешь. Сладкий стол? Да. Правильно. Война войной, обед по расписанию, да? Да. Нашел там карабинчик вот такой, не знаю, за пару гривен подарил мне под пинпоинтер. Так не люблю его на этом вешать. Сейчас покажу, как работает. Смотрите, как работает, интересно. Раз. И все. Я просто не люблю на пинпоинтере вот этот шнур, который болтается, блин, а так раз и все. И на поясе будет висеть морковка. Чистейшая, ёлки. Я думал, не сможу поднять их даже. Кисот. А он, лянь, какой леопард. Леопард, видишь, ага. Какой. 200 гривен. Шампры недорого. Сколько всего, да? Я же думаю, что запчасти не подходят. Запчасти не подходят. Гитары. Да понятно, то ясно делаю. 400 и 600 гривен, по-моему. Яка машинка. Гарно. А почем такая машинка? Что-что? Вот эта вот синяя ракетница. 600 гривен. Красавица просто. Леха стоит там, блин. Леха, Лимон, ну что там, как дела?
Как торговля? Наторговал нормально? На обед заработал? Да чтобы... я все-таки могу товар бросить, я в сельпо хочу сходить. А, ну так иди в сельпо, мы поторгуем. Да, да, иди в сельпо. Я, мы чуть поторгуем хорошо за тебя, давай. Приглянешь, хорошо. Давай, давай. Сегодня у него товар был тут свежий. Где? Леха на обед побежал, блин, попросил поторговать за него. Вот стоим, торгуем. Что я нашел, блин? Интересно просто. Свидетельство. Ну что, поможем Лёхе сегодня деньги соберем в ТикТоке. Смотрите, мы его показываем в ТикТоке, короче. Вот. У него есть карточка. Вернее, карточка я ему обналичу. Карточка там моя. Я ему передаю 50 гривен. На, купи себе колбаски. Конечно. А, ты как дрифтер. Спасибо большое. Ух ты, а ты же ногти не подрезал, а ну покажи ногти. Ай, да не успел еще. Блин, ты что, подрежь ногти. Фу, блин, как-то жарко мне. Надо куда-то съехать. Где ночевал сегодня? Да, в снегу. Ой, фу, что-то я спотел, вот, Ваня. Ладно, друзья, сейчас мы его это чуть в ТикТоке покажем, заработаем ему денег. Так что он в ТикТоке, друзья, зарабатывает деньги себе, блин. Больше, чем на барахолке, да? Если что, вы тоже можете подписаться на ТикТок и посмотреть, чем он торгует. Ну да, вот товаром. И помочь много, перечислить ему денег. Карту сети. Нормально? Да. А ну еще кусай. Приятного аппетита. Спасибо. Вкусно? И сытно, самое главное. Вкусно и сытно. Вкусно и сытно. А ну колбаски и хавани. Говорят, 25 за велик отправили. Хорошо. Я согласен. Пришло 25. Ну за что? 25 пришло. Что, в натуре? Да. Так я говорю, я согласен, что. А куда велик? Да, куда велик? А.